Население регионов Урала увеличило спрос на доллары и евро на фоне ослабления рубля. Ряд отделений банков накануне приостановил обменные операции из-за отсутствия валюты. Так, часть отделений Ханты-Мансийского банка «Открытие» прекратила продажу наличных евро и долларов. На валюту, которая поступила сегодня, заявки приняли еще вчера. Между тем, представитель одного из офисов банка отметил, что отсутствие долларов и евро в кассах кредитной организации ближе к вечеру – вполне нормальная ситуация, которая наблюдалась и раньше, до скачков курса валюты. По данным Интерфакса, доллары накануне закончились и в отделении Запсибкомбанка в Ханты-Мансийске. В офисе ВТБ-24 отметили, что валюта осталась только на небольшую сумму. Доллары и евро также заканчиваются в отделениях банков на Ямале и в Тюменской области.